tak. Už idzie trzeci kruk. Komandy podążają z daleko motywy w trzech widach. Это пошел в бену с места. Это заливание рук с положением лежа. И это бег на 60 метров. После этого показываю несколько раз будет проводить результаты, чтобы выявить тройку лидеров. Мы с вами поучаствуем в перетягивании каната. А вот как это будет происходить, мы узнаем уже совсем скоро. Но команда уже будет думать, кого? Одну девушку и одного юношу. Они хотят делегировать для этого соревнования. Ну а завершающим и всепрыляющим состязанием сегодняшних соревнований станет эстафета 4 по 100. Ну а кто принял в ней участие, мы узнаем только после того, как будут выведены все результаты всех нормативов.